Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение номер 169 на странице 91. Прочитайте слова, объясните лексическое значение одного из них. Баянист, шахтер, охотник, летчик, каменщик, лифтер, ракетчик, библиотекарь, школьник, тракторист, боксер, журналист, банкир. Баянист – это человек, который играет на баяне. Прочитайте суффиксы, найдите их в данных словах. Какого суффикса нет в словах? Подберите слова с таким суффиксом. Ист. Баянист. Тракторист. Журналист. Щик. Каменщик. Йор. Шахтер. Лифтер. Боксер. Чик. Летчик, тель. А вот со суффиксом тель у нас слов среди данных нет. Мы можем подобрать слово учитель, арь, библиотекарь, ир, банкир. Спишите слова, выделите в них суффиксы. Обратите внимание, что с помощью данных суффиксов образуются слова, названия лиц по роду деятельности. Итак, давайте сначала запишем данные слова. Баянист, запятая, шахтер, запятая, охотник, запятая, летчик, запятая, каменщик, лифтер, ракет. Чик, библиотекарь, школьник, тракторист, боксер, журналист, банкир. Выделяем суффиксы в данных словах. Баянист, суффикс ист. Шахтер, суффикс йор. Охотник, суффикс ник. Летчик, суффикс чик. Каменщик, суффикс щик. Лифтер, суффикс йор. Ракетчик, суффикс чик. Библиотекарь, суффикс арь. Школьник, суффикс ник. Тракторист, суффикс ист. Боксер, суффикс йор. Журналист, суффикс ист, банкир, суффикс ир. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.